Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Доброе-доброе утречко. А я хотела вам показать, как он у меня тут цветет. Кизил ярко-ярко, когда еще все вокруг спит или только пробуждается. Кизил, посмотрите, это и украшение, и хорошее настроение, и красота. Вкусность, конечно же, это вкусность. Такой вот у меня кизильчик на фоне моего озера. Бабочки. Весна. Птицы поют. Бабочки летают. Просто красота такая. Такая вот у нас красота сейчас. Ну и я, конечно, тут брожу со своей чашечкой кофе, со своими семенами тут рассматриваю, что, как и зачем. Ветерок подул. А вот это вот у меня тут я вешаю. Знаете что? Корица и имбирь. Поскольку я любитель кофе и чая, без корицы, без имбиря я не употребляю. Поэтому корица и имбирь — это то, что мне необходимо в первую очередь. Не знаю, куда вас поставить. Вот не знаю я, куда мне вас поставить. Как-то так я. Я знаете, что хотела рассказать? Я хотела рассказать о том, как почистить кишечник, дорогие мои. Кровь мы чистим, печень постоянно, а за кишечник периодически забываем. Как любовно мы лечим сердечко. О, началось. И мало мы уделяем внимания кишечнику. Ну, а вообще был вопрос по этому делу, по кишечнику. У меня вообще-то есть видео, и причем не одно, много видео по тому, как чистить кишечник. Кишечник очень любит овощи. Ну, фрукты и овощи. Просто вот запомните, вы написали мне, что как просто, попроще. Так проще не бывает, если вы будете каждый день употреблять свеклу, морковь, капусту, причем любую капусту, яблоки, чернослив, другие кисло-сладкие фрукты. Вот это будет чистка кишечника. И чем отлаженнее работает ваша, скажем, ну как очистительная система, да, тем меньше у вас будет вероятности неполадок. Как я говорю, что кровь – это бензин наш, кишечник – это, скажем, механизм весь в целом, сердце – мотор. Вот так вот. Ну что сделать, чтобы наладить работу кишечника? Вот, как вы говорите, по-простому. Ну, щадящий, будем говорить, щадящий режим работы. Но не нужно тогда заваливать количеством пищи. Знаете, я даже не буду предполагать, я, наверное, уверена, раз у вас возникают большие проблемы с кишечником, то, значит, вы много мучного кушаете. Вы скажете, да нет, нет. А я скажу вам, посмотрите внимательно. Возможно, это макароны, может, даже и не хлеб, макароны. Может быть, это блинчики. Это может быть все что угодно. Если постоянные перекусы, все время человек не дает организму отдыхать, там через каждый час он уже кушает, кушает, кушает. Во-первых, нужно выбрать себе определенное время для того, чтобы питаться. И тогда вы подготовите свой кишечник, организм к переработке пищи. Вот у меня закон. Утро, потом в 12 часов дня, потом где-то примерно в 4 и вечером я кушаю. До 7 примерно. Все. Все, без всяческих там перекусов. Вот чай попить, да, воды не менее 2 литров, более 2 литров чистой воды. Кофеек, это понятное дело. А кушать через каждый час ни в коем случае нельзя. Почаще кушайте теплые, жидкие блюда, супы, соусы.
И многие из вас, вот вы написали, что у вас сейчас, особенно весной, каждую весну большие проблемы. А я вам скажу, почему проблемы. Потому что вы зимой мало кушаете. Сейчас собачки будут орать. Муж у меня уехал. Они, когда кого-то провожают, кричат, так что не обращайте внимания. И, значит, зимой вы не ели овощи, фрукты в большом количестве. Это я вот сразу тоже могу сразу сказать вам. Поэтому у вас вот такие вещи весной происходят. Независимо от того, что это зима, лето, весна, осень, большое количество сезонных овощей. Смотрите, всю зиму и тыква, и морковка, и свекла, лучок, да море овощей. Дайкон, редька, причем редька разная, абсолютно всякая. Пожалуйста, кушайте. Конечно, перец зимний кушать нельзя, потому что это не перец. Ну а если вы там засушили или вы закатали без уксуса, это тоже пойдет, тоже хорошо. Ну и в конце концов, если вы хотите мягко почистить кишечник, вам достаточно 7 трав знать и делать из них отвар. Это мята, ромашка, зверобой, тысячелистник, листочек сены, листья сены, есть такая травка, сенна, с двумя буквами Н, кора крушины, семя укропа, всегда берите семя укропа. Вот, кстати, сейчас я сеяла укропчик и петрушку, и немножко семян я забрасываю всегда в чай. Делайте так. Вот это то, что нужно. Достаточно даже 5 трав. Только нужно брать в равном соотношении. 1 столовую ложку смеси. Запарьте где-то с вечера в термосе. Я все делаю в термосе всегда. Даже у меня сейчас вон крышки от термоса лежат здесь. Вот. И все. И с вечера. А утром, ну, залейте, наверное, пол-литра кипятка. Да, столовая ложка вот этих 7 трав на пол-литра кипятка будет достаточно. Все. И утром пейте, пейте натощак, и на ночь можно пить. Полстакана отвара на ночь, и все. Если не помогает, принимаем еще и днем. И все будет нормально. Все нормализуется у вас с кишечником. Вот посмотрите. Еще раз вам говорю. Значит, днем вы покушаете обязательно жидкое. Только это не должен быть суп с макаронами или с лапшой, или вы что, полностью исключайте мучное и все, что клеит. Это картошка, картошка, там же крахмал, он вас просто склеивает. Я знаю, что много картофеля едят. Вот опять пчелка. Вот. И всегда помните, что наш источник основной по загрязнению, а вон там копчик, а нет, это вороны, копчики здесь летали тоже. Основной источник загрязнения наш, это наше питание. Какую грязь вы в себя вбрасываете? Солонин, сплошной картофель, макароны, картофель. Вот как я кого не спрошу, что вы кушаете? Какая твоя любимая пища? Пуре, пуре, не пюре, пуре, детки говорят. Пуре, а потом после этого пуре, куча болезней. Потому что солонин откладывается. Мало того, в крови крахмал, который от картофеля идет, попадает в кровь и превращается в сахар. Сахар – прекрасная среда для всех бактерий. Кто смотрит меня давно, это отлично знает. И еще добавочка. Пожарим на маслечке. Все, болезни вам обеспечены. Только когда выстрелит, вы не знаете. Поэтому смысл это употреблять, я не знаю. Уже доказано, уже 21 век, уже все знают. Хотите, загляните в тарелку любого миллиардера. Посмотрите в тарелку Мелани Трамп. Посмотрите, Мелания, что кушает. И вы заметите, что в ее тарелке отсутствует картошка и макароны. Она не ест это. И в ее тарелке очень много зеленого цвета. Вам секрет стройной фигуры. Возраст у нее хороший, 47, по-моему, ей. А выглядит она, ну, на 28. Физическая форма у нее вот такая примерно. Да и Трамп далеко не на 70 выглядит. Далеко не на 70. У нас в 70 лет посмотришь, мужички, старички. Ну, я не имею в виду наших, которые на даче. Нет, у нас тут, ого-го,
которые не курят. Очень даже неплохо выглядят. Вот. Ну, наверное, вот это вот все, что я хотела сказать по поводу легкого очищения кишечника. Это такие основы основ. Я люблю вас, будьте благословенны, будьте здоровы. Ой, прямо здесь у меня птичка над моей головой сидела. А я пошла дальше работать, трудиться, делать дела, иначе под лежачий камень вода не идет. Кофе я выпила. Следующее у меня уже будет где-то через 1,5-2 часа перерывчик. Уже чай я буду пить, настойный на травках. Потом через 1,5-2 часа уже будет питание, жидкий супчик, тоже в основном на травах. А потом через 1,5 часа опять. И все, а все время водичку. Водичку постоянно. Но, конечно, не во время питания. За 20 минут до еды, через 1 час после еды воду можно пить. Вот так вот. Вкратце о кишечнике. И будет все работать как часы. Не забывайте утром натощак выпить обязательно соду. Пока-пока. Люблю вас.